О, ну чё, второй день подходит к концу. До Беломорска я не доехал. Вот, гвоздь программы сегодняшних развлечений — это реально ржавый гвоздь. Вот, он пробил мне колесо. Причём пробил насквозь его, и обе дырки соединились в одну. Вот. Поэтому у меня сегодня был день приключений, да. Я попытался как бы разбортировать, думаю, сейчас я его там подниму, поставлю на подножку, сниму колесо, разбортирую, что-нибудь там поменяю камеру, а потом понял, что камеры у меня с собой нету, заплаток у меня тоже с собой нету, да и поднять мотоцикл, на котором еще почти сотка груза, мне тоже не очень-то под силу, по крайней мере, в жаре 30 градусов. Ну что, вызвал эвакуатор. Повозил он меня, значит, по Медвежьегорску по всем шиномонтажкам. Работать особо никто не хочет сегодня в субботу, потому что погода хорошая, выходной. Короче, все волоебят. Вот. Пока поднимали на подъемник, собственно, заметил, что у меня совсем пизда крестовине кардана пришла. Вот, поэтому, собственно, не только по шинкам ездили, по магазинам, по автомобилям тоже. И вот затарился, в итоге поставил крестовину там же в шинке, поставили заплатку, ну, как бы без гарантии, потому что там дырень такая, что, ну, блин, это прям пипец. Вот, я такой, ну, как бы окей, все, поехал в Беломорск, отъехал на 20 километров и все. Колесо, как бы, сказала до свидания. Вот, я встал, смотрю, напротив машина, пошел к ним, к ребятам. Такой, попросил насос, взял насос, пытаюсь надувать, не надувается. Ну, такой, ну все, понятно, приехали, в общем. Пока, собственно, насос отдавал, что-то тоже это, пизнул, что пожрать ничего не купил, как бы, вот. Обед, ну, собственно, я с обеда там шаверму только съел и все. Как-то вот сейчас только вот чаю попил с шоколадкой. Вот, ну и товарищ мне такой, типа, а чё ты, давай, хочешь эти там это... Короче, дал мне бананов, яблоко и шоколадку. Я прям, как бы, радость, когда тебе незнакомые люди что-то прям, ну, на шару, как бы, просто вот, как бы, вот так вот. Типа, просто вот от, как бы, это сказать, от чистого сердца, это прям очень круто. Я, ну, как бы, блин, что-то живешь вот это, в этом, блин, мире, короче, когда, где каждый что-то от кого-то хочет, да, и вот такого простого... Когда ты просто желаешь кому-то помочь, оно очень редко. Если это человек незнакомый, который тебе первый раз встречается, как бы вот это прям очень редкая штука, я ее очень ценю. Вот, и очень-очень как бы здорово. Ну и, собственно, что, я перекатил на другую сторону мотоцикл, потому что с той стороны совсем болото было. Поставил палатку в лесу, вот, снял заднее колесо, разбортировал, написал в наш чатик, чтобы. Что мне надо сюда камеру, вот, и сейчас вот едут с Питеру сначала ко мне на дачу за камерой, а потом сюда буду учиться монтировать, ну, точнее, не учиться, а вспоминать навыки. Я когда-то монтировал колесо на Жрапторе, это пипец как давно было, ну, вот, придется вспоминать, как это делать самому. Вот такой вот итог дня. Вот палатку поставил. Сейчас я единственное, что надеюсь, что дождя не будет хотя бы, чтобы завтра нормально поколупаться. И уж хуй с ним в дороге, но чтобы колупаться не под дождем. Ну и непонятно, когда Альбина приедет, в общем, ночью, утром или когда, но как бы заниматься всем этим делом я точно буду утром, потому что сейчас я хочу поспать. Что-то уже даже это язык заплетается. Что-то прям подустал я сегодня. Морально меня все это выебло прям очень сильно.